Всем привет, всем доброе утро. У нас начинается утро. Вот сегодня с бюрека. Видите, я такой тепси заготовила. Вот, и сегодня мы решили, я же купила тесто такое классное. Кстати, вот это баклава, баклавишное тесто. Очень такое вообще бомбовское. Вот, и начинка у нас вот такая вот. Вот сейчас покажу вам. Ну, тут она уже подзаканчивается, но сейчас у меня еще там есть. Это чукелек, ну, из которого, да, делают сюрк. Вот, он, конечно, отличается от всех вот этих творогов. Диан, подавай мне, пожалуйста, чукелек. У нас конвейер, понимаете? Дианусик расслаивает тесто. Я мажу. Я там пока это... Например, сыр накладываю, Дианусик продолжает мазать. То есть вот так вот. Так, ну, как бы так, не жалея, не жалея. Мазь, осторожно, осторожно, чтобы она... Да, пока что хватит. Вот сюда я еще кладу. Он такой, знаете, не знаю, какой на вкус. Творог нет. Солененький. Пас? Да, накладываем. Не, дочь. Как бы вот так. Просто стелишь, ну и вот такие горбиночки делаешь. Да, здесь, видите, листики поменьше, у нас тепси больше, поэтому... Вот так вот. Мажем. Да, мажем. Вот, и, короче говоря, давай я буду мазать или ты? Ну, как ты хочешь. Пока снимаешь. Нет, так я могу и снимать, и делать. Я же алкомоногостоночница. Понимаешь? Я все могу. Поближе, может, себе, давай я тебе буду держать. Можешь посыпать то место, где я помазала. А, ну давай. Будем так. Просто еще плюс ко всему, ну мы же идем сегодня, у нас план идти к ветеринару, понимаете? Вот, и я, конечно, когда это, хоть и многостаночница, но когда делаю и, как говорится, снимаю, то я делаю это как-то очень неаккуратно, грязно. Да, есть такое. Что я там еще не помазала? Вот здесь, вот это вот. Хватит, да, чукелека? Я думаю, да. Все, дочь, все. Все, давай накладывай этот. Все, сюда чуть-чуть. Нет? Куда, я не вижу. Чтоб везде, в каждую слой. Да, вот так вот. А! Осторожно. Да зацепилась, стол чуть не подрала шорты. Вот. Так, ну все, ладно. Я продолжаю, покажу вам уже результат. Это получается, Диана и то делает. Буду ей помогать. Ставьте, и вот такой вот красавец идет у нас в духовку. Духовка у нас уже разогрета. Все, отправляем его. Гля, какой. Ну, просто огромный. Вот такой вот у нас получился. Видите, какой. Все, у нас завтрак. Дианусик тут уже рубит. Вот, так что всем приятного аппетита. Мы уже с Дианой вышли. Взяли помог вот в эту кошелочку. Почему? Потому что в сумке, ну, жарко. Хотя удобно. Вот тут, конечно, неудобно. Сейчас, пока я снимаю, Диана сама несет. Ну, хорошо, что помог не тяжелый. Это не рюзгяр. Да, рюзгяра я бы не... Рюзгяра, да я бы не ты шо, я бы не потащила так. В этой кошелке это... Ой. Ничего. Вот, так что дорога просто не близкая. Это нам два трамвая и еще трамвая минут 10 пешком. Понимаете? А, 10, вот Диана говорит. Поэтому... Ну, ничего, я хоть рада, что в этой кошелке, потому что мы когда рюзгяра в сумке несли, ему наркоз сделали, а он там скокошенный, боже мой. Он говорит, несите вот так вот, чтобы типа его, ну, на руках, а не за ручку. Боже мой, мы тащили. Плохо, конечно, когда машины нет.
что делать? Ну, может быть, когда-нибудь приобретем. Ашкам все мечтает, мечтает. Но пока лишь это все мечты. Он давно мечтает. Не, ну мы когда с ним поженились, была машина, но он ее продал. И с тех пор вот так вот безмашинник. Кому кричит сильно, Резгер вот не кричал. Но они, конечно, разные по характеру. Она более она такая паникерша страшная, боягузка. Так что... А я ж это... Он же ж муж мой суток пришел. Я ему говорю, что ну ты посиди, мы к врачу приедем уже, да? Чтоб уже он ее забрал. Вдруг какие-либо вопросы возникнут. Вот. Ты, говорю, тогда, если что, перезвонишь. О, Господи, извините. Что-то у меня рука ослабла. Вот, и тогда, говорю, перезвонишь, если что, с ним решишь. А мы, говорю, там будем. Они, когда уже помог заберут, говорю, тогда я это... Маякну тебе, можешь идти ложиться спать. Вот. Так что, все вот так вот. Все вот так вот. Короче. Сегодня, слава Богу, понимаете? А у меня что? Ха, гляньте. Постирала, короче, вина вам нет. Постирала это салфеткой. Мусорников нет, да? Как всегда. А, вон далеко, пойду схожу. Как всегда, скамеек нет, мусорников нет. Вот. Вот едет, едет уже трамвай. Вот такие у нас дела, да? Сейчас я тут вышкребу все из кармана. Просто джинсы поменяла. Оказывается, постирала их салфеткой. На Дианку ругаюсь, на мужа ругаюсь. Сама заложила тоже. Ой. Мы уже приехали. Здесь, видите, такая гора. И... Вот мне этот район очень понравился. Ну, я не могу вам его показать, да, вот в полном объеме, естественно. Но хочу сказать, очень такой уютный, не то что наш. Хотя вот эта вот гора, как оно зимой. Холодно, не холодно, дует с гор ветер. Вот отсюда, фиг его знает. Тоже здесь есть высотки, но они не такие огромные. И не в таком количестве. Ну, как бы, вот вообще этот район мне очень понравился. Уже в который раз мы сюда приезжаем. Прям вот энергетика какая-то другая, знаете? Да-да-да, ставь. Вот, видите, помуки что-то. Все, Кошенька, мы уже приехали, Господи. Мы уже приехали, Кош. Сейчас. Вот. Сидит, боится очень сильно, маленькая, боится. Ну, понятное дело. Зато тебе легче будет. Да, Кош? Все? Давай, все, вместе кошелку берем, несем. Давай, половинка ты, половинка я, Диан. Бери. Вот так мы, видите, несем ее. Потому что, ну, как бы, оно не так уж тяжело, но когда долго идешь, как-то оно все равно тяжело. Видите, я ж уже несу, вот кошелку несу. Иду в далекие эти. Еду в далекие районы. Это я просто к тому, что, слава богу, мне уже попустило. Ну, не на 100%, но процентов на 80. Я себя чувствую хорошо. Видите, здесь кафешечки такие уютные. Вот. Ну, вообще мне понравился. Я мужу говорю, вот это классный район. Он говорит, что якобы здесь дорого. Понятно, наш отшибный там заставлен. Одни дома и больше ничего дешевле. Но сейчас аренда очень сильно растет. Очень сильно. Не знаю, скоро, может, и нам подымут. Ну, как выйдет год. Как мы там живем, так и сразу цену взрастят. Так, вот мы пришли сюда. Ее уже забрали у нас. Они сами там закрываются и сами там все делают. Их там двое. Здесь у них все различные кормы. Вот. Уринари. Или уринери, как правильно, я не знаю. Да. Вот, это, да, вот такой вот, да, у нас был. Угу. Это, да, для чилик выписывали. Да, зубов. Вот это для зубов. Короче, ну вот их в интернете вообще не купить. Вот эти вот с буковками.
лечебные, скажем так. Можно вот тот купить, ну, вот он. А вот он, видишь, он огромный. Значит, где-то он же не продается же на развес. Да, такой. Ну, больше, чем у тебя размер, мне кажется. Да, или это побольше. Же? Не знаю. Ну, это такой обычный вот для кастратов. В общем, это вот так. Что? А там какая-то кафешка тоже, видите? Они здесь вместе. Нам что-то тоже для примера. Ага, ага. Тоже все различные лекарства. Но ты ж так не будешь брать, это ж надо спрашивать. Это, наверное, эти уколы. Таблетки, я думала, уколы. Вот, ну ладно, что будем ждать. Они взяли ее на осмотр. Сейчас посмотрят и сообщат нам. Все, мы уже вышли. По муке ж посмотрели. Даже мы можем открыть, да, Диана? Она ж не убежит. Она немножко боится, поэтому... Сейчас. Короче, что сказал врач? Представляете, вот тогда мы по мук водили, тоже говорили, что у нее там это самое, ну, слабо ест, то все. Мы ж тогда в рот и не заглядывали сразу после землетрясения. И назначили антибиотики. Вот, ну, как бы ей лучше стало, да, по мук. Вот, она стала, вы же видели, и на диванчике спала. Ну, как бы все нормально в целом было. Да, не 100%, потому что перепуганная у нее это было и есть. Вот. Ну, а сейчас вот она стала плохо есть, и то, и все. Мы что-то в рот заглянули. Все, и врач посмотрел, сказал, что с одной стороны у нее, оказывается, там вообще тупо зубов нет. Снизу. Снизу, да. Тут вывалились. Получается. Вывалились каким-то, от когда они успели вывалиться. Улице, ну, за вот эти вот полгода, что она бегала по развалинам. Вот. А с другой стороны, как бы, а что там? Не с другой, а сверху, вот здесь. А, да. В общем, и он сказал, что назначил ей лечение, назначил ей корм. Вот такой вот корм для зубов. А затем вот это вот тоже что-то. Снимать капли, все вот эти воспаления. Чтобы не было запаха. Да, чтобы не более было. Более сильный там. Да, потому что и запах тоже у нее есть. Потому что... А эта капля даже ей назначили. Он посмотрел и сказал, что она очень боязливая. И все-таки назначил ей успокоительные капли. Все. Ну и укол. Укол сделали. Дал что-то в рот. А где вот это вот, Дианка, вот это белое, что он в шприце давал и помог? А он нам это дал? Это нет. Же другое. Нет. Это другое. А то, что... Наверное, завтра это даст. А, ну, мы еще придем. Завтра придем, да, он завтра сделает еще ей укол. На самом деле, даже еще деньги не заплатили. Сказали, завтра заплатить. У них что-то там, у меня карта, эта машинка поломалась, а у меня налички нет столько. Они говорят, ну, тогда завтра придете и заплатите. Хорошо. Сделали скидку за счет того, что, ну, она же после землетрясения, вот, ухудшилась, да? Жила столько... Вот с этой стороны ей нормально. Да. Вот. И поэтому сделали скидку где-то 500 лир. Короче, 1500 вот это все. Но я хочу сказать, это недорого, потому что корм сам стоит, да, вот сейчас 600-700 лир, ну, плюс лекарства. Ну, и что? Скидка поехали, есть. Вот, поэтому... Короче, они сказали, будем спасать те зубы, которые остались. Вот таким вот лечением. Обязательно есть этот корм в обязательном вот порядке. Да, он очень крупный для нее, разломала, как она будет, она, наверное, есть. Сейчас просто боится. Она сейчас не хочет, да, не будет. Несмотря на то, что она голодная. Чтобы не делать операцию. Попытаться спасти зубы. Если уже это все не поможет, да, через время, тогда будем дальше смотреть, как действовать. Мы с Дианой сидели, решили выйти. А, хочу сказать, дали, пришли, сразу дали по мук все необходимые лекарства по назначению врача. А, успокоительное накапали с большим трудом ей в рот. И вы знаете, она чуть-чуть посидела, стала по квартире ходить. Мы ей вот этот корм уже такой огромный, который ей прописали, надробили. Она поела. Ну, ножом поперерезали. И она поела, представляете? Уходили, она уже такая. Да, бим среди всех маркетов дешевых. Самый лучший. Там всегда интересные. Ну, все считают, что это ж типа дешевое там все. Обычный Халк маркет. В которых там продается все, что надо. Да, поэтому все, что надо, ну и все, что в целом по доступной цене.
Блин, а где? Ну как, уже, Мигрос тоже уже, ну Мигрос подороже будет, Деносик, ну честно. Ну и вообще Мигрос, я его не особо люблю, особенно маленький Мигрос. Так, заходим, посмотрим, что здесь. Есть ли у нас тут. Сейчас время 5 часов, аж Кэм спит. Поэтому мы без него. Я какнуть не хочу. Пожалуйста, ты садись и какни там. Мама, Лиди неправильно появилась. Да. Мы приехали в Кайсери парк. Кстати, это немножко как бы, ну, я не знаю, какой это район. Другой. Это какой-то район, другой район. Ну вот хочу сказать, вот сколько мы здесь бываем. Вот как-то этот энергетически не притягивает, как тот, в котором мы ездили к ветеринару сегодня. Пойдем посмотрим. Давно мы здесь не были. Очень давно. Вот с Машей были, когда она приезжала. Это в апреле. А после, да? Ну, вот так были, что даже мне не отложилось в голове. Понимаешь? Вот, так что пойдем пошаримся. Видите, какая здесь пальма есть? Я думаю, что она искусственная. Потому что здесь только искусственные пальмы. Да, искусственная. Да. Видишь, там это этим, чем там подвязано внизу. Угу, еще и в камнях стоит. Ну да. Мы же, как всегда, здесь ходим. Ходили, ходили. Так, муж мне мой звонит. А, съели там по бургеру. О, Господи. Ну, это нормальное состояние. Вот это вот валяться, рыдать. И мы сейчас что? Я хочу кофе взять. Уже кофе давно не пила. Этот лежит. Ну, нормально? Надеюсь, столик не займут. Здесь, видите, детские городки. Так, ладно, отвечу мужу. Я уже, честно, я уже давно не пила, что-то я дома себе не знаю, вроде бы и не ленюсь, что-то давно не заваривала, как из Алании приехали, я, по-моему, один раз только себе кофе заварила. Что, Дианусик тут выбирает, я говорю, давай сфоткаемся, и она выбирает тут маски, понятно? Без них никуда. Сейчас без масок вообще нельзя даже фото делать, вот, поэтому все равно, как бы там ни было... Варишь, а вот их макины, да, там, где они варят эти кофемашины, мне кажется, они как-то по-другому варят, и все равно кофе вкуснее. Ой, вот это тоже Кахве Дюканы, Дюканы, да, это такое было тоже в Хатае, помню, мы с Дианкой там часто-часто сидели. Ой, так знаете, посмотришь, а Кахве Дюканы, о, да, мы же в Хатае там сидели, как бы... А вот то, или там, знаете, что там, например, где, этот, ну, вот это вот дают, как это называется, того, где неосы, да, того, где неосы, там, где дают курица, да, сатэ там из курицы, да, макароны и салат. Тоже помню, ели там. Ну, как бы, знаете, воспоминаниями постоянно там. И ничего ты с этим поделать не можешь. Пытаешься абстрагироваться, как-то не думать, но все равно большая часть жизни здесь, далеко, сколько там, 6 лет, блин, там. Конечно же, тяжело. Ну, ладно. Адаптируемся. Нашла маску нам? Ну, все, будем тут сейчас это... фотки делать, потом мы вам покажем. Все, Лусик попила, вот видите, этот чизкейк обыкновенный, но он реально невкусный, вот пластмассой прямо дает, 50 лир. Что тут еще? Это бадемли паста, интересно. А где бадемли? Посыпанная этим миндалем 55. Мозаик паста разобрана. Наверное, бадемли внутри. Ну или внутри, потому что если бы оно было из муки миндальной, вряд ли бы оно стоило 55 лир кусок. Да не поедем, Диана, иди раструшивай. Зачем ты его отпустила? Все, пошли, дочь, он нам не нужен. Я вот это не люблю лифтами ездить в торгашах.
Пусть там ездят те люди, которым необходимо, там на колясках, там беременные, с детьми. Ну, а я не хочу, я так пройдусь. Тем более здесь эскалатор есть, сел да поехал. Вернее, не сел, а встал, да поехал. Ну, какая разница. Здесь хорошо в этом торговом центре. Ну, как бы, людей не так уж много. Мы ж на прошлой неделе тоже были в пятницу. Но там, в центре города, там, ну, реально зоопарк. Да. А здесь нет. Здесь нормально. Вот, так что Ашкым остался дома. Что-то не состоялось у него там встреча с другом. Проснулся, отзвонился мне, спрашивает, где вы. Поэтому мы сейчас опустимся в Мигрос. Нам нужно купить молоко. Мы думали, около дома купим, да, в Айюзбире, возле дома. Но, к сожалению, мы уже не успеваем. Ну и поскольку не успеваем, я говорю, давай здесь сейчас купим в Мигросе, чтобы мы уже завтра голова не болела. Ой, видите, горящие пальмы. А я днем на них тут бузила. Оказывается, вот эта обмотка, это, наверное, эти провода. Или, может, обмотка это эти провода поддерживает. В общем, вот такая вот здесь красота у нас. И там пальма стоит. И здесь, видите, как. А здесь, как всегда, здесь очень много всегда людей в этом. И, по-моему, это в каждом городе, вот в этом Старбаксе. Да, такое. Всегда людей. Не понимаю, почему, что там такое. Стаканы такие огромные. Может, поменьше есть? Я туда не хожу, конечно. Вот. Мне бы такое. Там напитки не совсем моего вкуса. Так, ну что, Диан, давай сюда, и там уже и перейдем. Погода классная, и уже совершенно не жарко, прям-таки аж хорошо. Но ночью... сюда. Но ночью прям-таки аж холодно, я хочу вам сказать. Кстати, мы же там постирали. Диана, не торопись. Тут будем ждать. Непонятный светофор, блин. Вон красный, там аж далеко-далеко. А что здесь его нету, блин? Ой, ну да ладно. Будем ждать. Клен, что ли? Клен, да? Не знаю. Листья клена. Очень похож на клен. Да, клен. Вот, видите, лечение только-только началось, да, а помог уже немножко вышла. На стульчике лежит. Тяжело, конечно, дается заливать ей лекарства, но ничего. Ничего. Поправится. То, может быть, из-за того, что вот мало ест, да, и... Не поправляется. Мало ест, потому что скажи, помог, да? Тяжело есть. Вот, так что все нормально. Да не, ты не бойся его, не бойся. Он ничего тебе не сделает. Минож там крутится, не знает, куда себя деть. Ну, что слишком опасно наклоняется. Помог добрый. Мы ж едали капельки вот эти вот. Начинается. Очень добрые. Ты что шипишь, Минош? И Минош шипит. Надо шипеть, скажи. Надо шипеть.